Серега Галинович, уникальный человек. Вот как Серега Галинович, я сказать не могу, извиняйте. Потому что для меня он всегда Серега. Человек оркестра, человек импровизация, человек мысль, человек философия, человек погружение, человек полет. То есть он, конечно, он был старше меня по мозгам, по всему, и на годик старше, наверное. И такой аксакал для меня, который меня много, тоже чему поучил в музыке, в джазовой, которым Сергей занимался. Талантливый хормейстер, безбашенный музыкант, фантастический такой, путешествующий в пространствах. Уникальная личность, и который пронес свою такую яркую личность через всю жизнь и продолжает всех удивлять, член Союза композиторов, лауреат конкурсов международных. Это много, и классно, что это происходит в его жизни и в жизни его друзей, потому что мы за него все беспокоимся, волнуемся, следим, радуемся его полетам во сне наяву и высоким орбитам. Так что Сергей не изменяет себе, очень это много. Сейчас вспоминаю, как мы в Кременчуге, на какой-то окраине, каких-то с его друзьями, которые работали в то время на каком-то заводе. Такой рок они играли, просто джаз-рок, причем хлопцы с какого-то завода. То есть вокруг него собираются всегда яркие люди, происходят яркие события, и я хочу, чтобы этот яркий путь был очень-очень длинным и солнечным. Днем рождения! Композиция будет называться так: «Размышления о Чайковском». Und Komposition wird so heißen: Gedanken über Tschaikowski.